10 огурцов умножили на 15 груш. В результате получили 4 арбуза. Вот приблизительно так Ляшко считает всю эту статистику. Чем больше людей умрет, тем будет меньше людей прошлого, да, которые мешают вам жить и осуществлять социальную нагрузку. Зарплат у нас не будет, будем замерзать дома. Ну и чтобы вам было не грустно замерзать дома без работы, у вас, я думаю, должно быть право на эвтаназию. Мої вітання усім, хто разом із нами на Політек. І сьогодні мій співрозмовник, політичний експерт Михайло Чаплига. Пане Михайло, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Михайло, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат з фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький заявив, наступне, черга до київського крематорію сьогодні з катафалків складає близько 2 годин. І закликав народних депутатів та працівників Верховної Ради України активніше вакцинуватися, показуючи приклад для наслідування. Почуємо. 436 людей померло за минулу добу. Поза минула доба більше 500 людей. Черга до київського крематорію сьогодні з катафалків складає близько 2 годин. Тому, шановні колеги, звертаюся до вас, а особисто до керівництва Верховної Ради України. Колеги, ми не можемо вимагати від людей берегти своє здоров'я, ми не можемо вимагати від людей виконувати вимоги карантинних обмежень, якщо ми саме їх порушуємо. Колеги, 80% Верховної Ради не розуміє, що масковий режим – це обов'язково для виконання. Колеги, не більшість, але дуже велика кількість депутатів, робітників апарату Верховної Ради, секретаріатів комітетів не вакциновані по сьогоднішній день, не маючи на це протипоказань. Пане Михайло, от я поцікавився, в Україні наразі діють всього 3 крематорії. У Києві 75-го року, у Харкові 77-го і в Одесі з 88-го року. Тобто 3 крематорії на всю Україну. Знаєте, нам одні обіцяли покращення життя вже сьогодні, один обіцяв жити по-новому, чи не обіцяв, що Україна стане країною мрій. Можливо, оце все треба було розпочинати з будівництва крематоріїв? Я думаю, что да, крематории нужно будет строить. Я думаю, что господину Радуцкому нужно было бы больше говорить не столько об этом, сколько о том случае, который, с которым я столкнулся у своих близких знакомых, и, как оказалось, это вообще пошесть по всей стране. Это когда очень маленький ребенок, совсем малыш, огромная температура, родители не могут ее сбить, делают снимок, оказывается, что это двусторонняя пневмония, да еще и гнойная. Вот. И у родителей паника, у ребенка счет на часы идет, и это вечер. Вот. И когда звонят в поликлинику, а в ответ говорят, да, конечно, это, наверное, надо подозрение на вирус проверить, мы же не знаем. Вот. Но поскольку уже ночь на дворе, поэтому вы завтра приезжайте, а послезавтра будут результаты, ну и тогда мы будем определяться, да. Это при том, что ребенок может умереть, еще не дожив до утра. Когда говорят, что нужно быстрее, говорят, ну тогда к частнику, да. В этот момент, я думаю, очень радостно будет аплодировать Зеленский, Третьякова и этот глава комитета по ходу пьесы. Ну это же их главная цель, правда, бабки ж сбить. Вот. Звонят частнику, да. Частники тоже говорят, так не вопрос, конечно, да, нужно будет сделать, да, тест. Ну, знаете, ночь на дворе, да. А поскольку у вас есть такое подозрение, ну то есть вот у ребенка пневмония, значит, должна медсестра приехать. Медсестры сейчас нету, она приедет завтра утром, возможно. И да, и результаты потом послезавтра, да, будете решать, да, послезавтра. Скажу просто, я не буду вдаваться в подробности, у ребенка, слава богу, уже все хорошо и температуры нет. Но если бы не папа, который, ну, мягко говоря, с ноги мог бы зайти в этот комитет, и если бы это не Киев, то, ну, я даже не хочу думать, что могло бы быть с этим ребенком. Вот. И оказалось, что это пошесть по всей стране. Более того, детская смертность из-за вот этой дуристики такая, что, ну, мягко говоря, наверное, очередь в крематории была бы чуть больше, да, чем себе представляет уважаемый глава комитета. Вот. А теперь касательно крематория. Ну, так сложилось печальное мероприятие. Мне пришлось на выходные бабушку похоронить в Бориславе. Так вот, в тот же день
умерло в маленьком несчастном Бориславе одновременно 7 смертей. Нет, совершенно не от ковида, вы не поверите, не от этого вируса. Нет, совершенно по другим причинам. И, насколько я понимаю, скоро вся страна будет в очереди на крематории стоять, потому что еще фиг похороните, извините. Вот. Таким образом, они строят страну завтрашнего дня, для людей завтрашнего дня, нормально избавляя своей социальной политикой, и, наверное, мы еще поговорим про экономику и про газ и про все остальное, избавляются от людей вчерашнего дня, то есть от нас с вами. Мы мешаем им жить. Знаете, эти козлы, которые мешают им жить. И строить великое социальное гетто здесь у нас. В том числе разрушая медицину. Если ты одной рукой ее разрушил, а другой рукой ты мне рассказываешь о том, что у нас в крематории очереди стоят, то, вы знаете, вирус, конечно, фактор, это серьезный фактор. Но уж точно не вирус виноват в том, что люди уходят в землю или уезжают из этой страны. Так что я думаю, что касательно его выступления, ну, призвать вакцинироваться – это очень правильно, я ничего плохого в этом не вижу. Вот, пожалуйста, пусть каждый там решает и определяется. Вот, но если уже речь вести, так сказать, о том, что у нас происходит в медицине, то, очевидно, нужно было бы поговорить о том, как вообще в 21 веке может произойти тот случай, который я описал, и, как оказалось, очень многие потеряли в прошлом году, в этом году, потеряли маленьких детей из-за вот этого всего. Где вирус, извините, был всего лишь фактором, причем вторичным. Вот. Ну, я думаю, что было бы интересно послушать мнение товарища Ляшка от Супрун, которая реформу у нас сделала, помните? Вот послушать мнение товарища Ляшка, которого Зеленский лично назначил. Вот это было бы интересно. Пане Михайло, от зараз ми почуємо, скажімо, думку Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я, в контексті саме вакцинації. Він заявив, що відсторонить керівника системи охорони здоров'я в Запоріжжі від роботи через незадовільне охоплення громадян вакцинацією проти коронавірусу. Я процитую пана Ляшка, тому що це оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, відео немає. На жаль, у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудований процес або неправильно розрахована кількість таких центрів. І як показала моя поїздка до Запоріжжя, все, що було неможливо, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це пріоритетом. За вчорашній день і в Запорізькій області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу – понад 226 тисяч. І це не межа. Регіони можуть і повинні нарощувати темп далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров'я міста Запоріжжя. Знаєте, мені видається, що скоро з високих політичних трибун будуть казати наступне. Ти не вакцинований, значить ти ворог народу, розстріляти тебе. Угу. А еще в интернете предлагают запретить невакцинированным платить налоги. Жаль, правда, на это вряд ли пойдут. А хотелось бы, да, хотелось бы. Касательно господина Ляшка, я думаю, что его нужно отстранить. Если я не ошибаюсь, когда он вступал на эту должность, он там 10 миллионов, или сколько он рисовал, вакцинированных за один месяц. И что он сказал, что если их не будет, то он уйдет. Я жду, когда он выйдет. Можно дверью не хлопать, свет не тушить. Я очень жду, когда он уйдет. Ну, он же ж пацан, правильно? Ну, как там Зеленский учит нас. Поэтому, значит, давай, слово дал, выполняй. То есть, искать виноватых, почему он этого не сделал. Я думаю, виноват тот, кто не понимал, насколько это сложно, не понимал, что нельзя никого из-под палки этому заставить, но при этом вещал на комитете, брал обязательства и давал слово. Ну, собственно говоря, вот жду, когда это произойдет. Касательно того, что произошло в Запорожье, честно говоря, ну, наверное, в чем-то Ляшко тоже прав, потому что очень много зависит и от организаторских способностей тех, кто отвечает за данное направление. Но частично. Почему? Потому что, собственно говоря, вакцина, конечно, помогает во многом, но не является какой-либо панацеей. Люди вакцинированные вполне могут и в себе, и на одежде разносить тот же вирус. И, собственно говоря, могут, наверное, даже и болеть, вот, и заражать других. Пока что это все вот эти вакцины, они экспериментальные, поэтому каких-либо утверждений тут делать нельзя. То есть можно, так сказать, только говорить о том, что, возможно, какой-то эффект есть, но если негативы какие-то, мы об этом узнаем только лет через 5, наверное. Вот. Теперь касательно всего остального. Я думаю, что вопрос даже не в том, что, не в том, что у нас там не справятся из-за вируса, не справятся больницы и так далее, а вопрос заключается в том, что все инфекционные больницы с точки зрения власти Зеленского являются убыточными. Они не приносят прибыли, там нет этих услуг. Соответственно, их что сделали?
Их перекинули на местную власть, которая их потянуть не могла, и попилила их на квадратные метры, просто распродав или устроив на их месте, там, не знаю, супермаркеты, что им там выгоднее будет построить. Наверное, из-за этого, да? То есть, если у вас было, извините, 100 койко-мест, которые были рассчитаны на инфекционные заболевания, а вы пошли по реформе Супруны и сказали, не надо нам столько, давайте пусть будет там 10, например, а потом вы выходите и говорите, граждане, это вы виноваты, что вы перегрузили наших 10 мест. А я думал, это вы виноваты, что вы 90 распродали, потому что якобы оно вам мешает жить. И, собственно говоря, чем больше людей умрет, тем будет меньше людей прошлого, да, которые мешают вам жить и осуществлять социальную нагрузку. Наверное, именно для этого госпожа Третьякова вчера или позавчера зарегистрировала проект закона про эвтаназию, мотивировав это особыми отношениями, право на особое отношение человека со смертью. Да, давайте позакрываем, так сказать, рабочие места, газик у нас по цене подымем, рабочие места закроем, зарплат у нас не будет, будем замерзать дома. Ну и чтобы вам было не грустно замерзать дома без работы, у вас, я думаю, должно быть право на эвтаназию, чтобы вы не претендовали на социальную помощь и не мешали госпоже Третьяковой, главе комитета Радуцкому и Зеленскому, заниматься тем, чем они занимаются у нас в Украине. Вот как бы вот так бы я хотел прокомментировать слова товарища Ляшка. Пане Михайло, от в контексті саме цієї тематики хочу сказати, що в Україні одразу два антирекорди: 22 415 хворих на коронавірус і 546 померлих за добу. Знаємо, що також і в столиці ситуація із поширенням ковіду є непростою. І мені відомо, що деякі вищі навчальні заклади планують з наступного понеділка вже переходити на змішану форму навчання. Тобто частина там пар лекцій відбуватиметься онлайн дистанційно, але ж інша частина відбуватиметься в аудиторіях. З урахуванням цієї статистики по Україні і беручи до уваги темпи поширення коронавірусу у столиці, ну про яке навчання можемо ми говорити в аудиторіях, тому що пам'ятаємо, коли були такі от цифри, то оголошували локдаун, все закривали. Невже коронавірус став простіше переноситися? І люди стали більш витривалими до цієї недуги 21-го століття. Логіка. Ну, хоча кажуть, що не треба шукати логіки там, де її немає, але ну, прокоментуйте, будь ласка. Ну, все значительно проще. Значит, давайте четко понимать. Локдауны у нас, и мы это выяснили еще в прошлом году, по-моему, у вас же на эфире, локдауны в этой стране вводятся исключительно по экономическим или политическим мотивам. Никакого отношения к медицинской статистике или к пониманию распространения вируса они не имеют. По причине того, что нет единой методики расчета этой статистики. Причем ее же нужно получать с регионов, регионы должны получать из закладов, каждый по своей методике это делает. В общем, знаете, это как 10 огурцов умножили на 15 груш. В результате получили 4 арбуза. Вот приблизительно так Ляшко считает всю эту статистику. В принципе, и в прошлом году, спасибо там представителям Института будущего, мы смогли в этом убедиться. Да? То есть они провели даже эксперимент по этому поводу, запросив данные из Министерства охраны здоровья. Никакого, подчеркиваю, никакого отношения введения локдауна, значит, запрет учеб там, и так далее, не имеют к вирусной ситуации. Значит, если вам запрещают перемещение между областями без санитарной книжки, или что там, какого-то паспорта, да, вот, это говорит о том, что просто Зеленский ожидает, что вы поедете протестовать, когда у вас будут попы подмерзать дома. А чтобы вы не ездили ему настроение и воздух на Банковой портить, вам вводят вот эти паспорта, или как там, зоопаспорт, да, чтобы вы могли нормально почувствовать себя, ну, собачку я раньше не мог возить в поезде без зоопаспорта. Власне, ті міжобласні обмеження, які вступили в дію, починаючи з 21 жовтня, так, всі ну, да, знають. Да, теперь вы будете как мой черчик, да, если ему надо поехать с Киева во Львов, нужно сделать ему паспорт, значит, там, бумаги на него взять, заплатить пару рублей. Або ПЛР-тест, або экспресс-тест. Ну, да, да. Ну, за... Или заплатить дань. Ну, а почему бы и нет? Ну, у нас разве это все робиться за власні кошти, розумієте? Ага. А я вам хочу напомнить. Я думаю, что господин Ляшко, примкнувший к нему Зеленский, Третьякова и другие, знают, что согласно законодательству Украины, если государство вводит ограничения на конституционные свободы, в том числе свободу перемещения и так далее, то или требования, то, соответственно, государство, подчеркиваю, внимание, бесплатно обязано предоставить
такую возможность каждому пройти или тест, или что они хотят. Масочки, значит, должны быть пункты раздачи масок. Что там еще? Мыть ручки спиртиком, значит, везде должен быть бесплатный спиртик. Что они там еще хотят? ПЛР-тесты делать, значит, должны быть, соответственно, на каждом автовокзале должны стоять центры вот этих ПЛР-тестов, быстрых, или как там они называются, эти антиген-тесты. Бесплатно, бесплатно. Нельзя от граждан требовать того, чего они, ну, если вы что-то там требуете от гражданина, нельзя требовать, чтобы он эти условия выполнял за свой счет и платил свои деньги. Это противоречит действующему законодательству и Конституции. И я думаю, что вся эта братья, сидящая там, знает это не хуже меня, ибо еще полтора или даже два, по-моему, года назад об этом говорилось во всех эфирах с цитатами из соответствующих законов и Конституции. Ничего в этом плане не изменилось с тех пор. Поэтому, еще раз подчеркиваю, школы, там, вузы и так далее закрывают по одной простой причине, что платить за отопление никто не будет. Соответственно, сидеть по домам. Если ученики будут находиться дома в этот период времени, соответственно, родители не смогут работать. Но зачем им работать, если работы тоже не будет, потому что газ дорогой. Поэтому всем сидеть дома. И вполне возможно, в периоды между веерными отключениями электричества и периодическими выключениями тепла, вам захочется изучить закон про евтаназію. От і от, от, собственно говоря, пане Михайло, кореляція. Я пропоную тему газу окремо обговорити. Зараз завершимо з тематикою, яка пов'язана з коронавірусом. Ми обов'язково поговоримо про газ. Мені от скинули копію розпорядження по одному столичному вузу. Я процитую, а ви прокоментуєте як правозахисник, як людина, яка розбирається в правах і свободах людини та громадянина. Наказом Міністерства охорони здоров'я від 4.10.21 року затверджено перелік професій, виробництва та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. Наказ набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування. Згідно з переліком обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом на період дії карантину, вакцинації підлягають наступні працівники. Я намагаюся скоротити, щоб недовго це все озвучувати. Центральних органів виконавчої влади, друге – місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів. І третє – це заклади вищої освіти, післядипломної, фахової, те, що стосується освіти. Тобто, ну, в цілому йдеться про працівників. І тут є такі от пункти. Враховуючи вище викладені вимоги законодавства, я зобов'язую. Це наказ ректора, розпорядження. Деканів факультетів, директорів інститутів, керівників усіх інших структурних підрозділів. Перше, прийняти вимоги закону щодо відсторонення від роботи невакцинованих працівників до неухильного виконання з 8 листопада 2021 року. Тобто, якщо викладач не вакцинувався до 8 листопада поточного року, його відсторонять від роботи, наскільки я розумію, без збереження зарплати. Значить, я хочу сказати, що робити в таких от випадках? Пане Михайло. В таких випадках треба брати приклад з Київської міської профспілкової організації працівників освіти і науки, яка підтримала звернення до окружного адміністративного суду директора однієї з шкіл Києва щодо неконституційності і незаконності подібних вимог Кабінету міністрів України. Тобто, я говорю про те, що не всі будуть мовчати і стояти в наступальній позиції, як це робить наш президент. Тому є ті, хто не бояться, і є профспілка, яка так само їх підтримує. Якщо ваша міська профспілка, або обласна, або ЦК вашої профспілки втратили дар речі, я не знаю, якоїсь там безшабашності, несколько, то, очевидно, вам треба задати питання, а чи треба вам перебувати в такій профспілці далі? Чи, можливо, треба переобрати керівництво профспілки, задати питання, чим займається ЦК цієї профспілки, і взагалі, можливо, треба створити альтернативну організацію. Але хочу сказати, що не всі такі. Київська міська профспілка освітян якраз підтримала і сказала, що вона буде стояти на стороні цього директора, вважає це все неконституційним, і підтримала звернення до окружного адміністративного суду. Буду сподіватися, що до того часу буде винесено відповідне рішення, або принаймні ми побачимо
ну, знаєте, як то кажуть, король голий. Да? Ми побачимо куцу аргументацію, ну, тому що ми ж розуміємо, що без внесення змін до Конституції робити те, що зараз вони роблять, неможливо. Так само, як неможливо без внесення змін до трудового законодавства робити подібні речі. Але тим не менше, тепер вони хочуть взагалі відмінити трудове законодавство, про спілки ж Третьякова і мішають, да? От. Тому зараз буде йти величезний наступ на ті профспілки, які не здалися і які захищають ваші права. Але ще раз скажу, що прецеденти існують і є ті, хто готові боротися за ваші права. Я глибоко переконаний, що нас зараз, ну, цей ефір будуть дивитися тисячі людей, в тому числі і працівники сфери освіти. Що робити кожному? Звертатися в профспілки в індивідуальному порядку, звертатися до суду, ну, тому що подібні накази, я думаю, що з часом матиме кожен на руках. І що робити, якщо, ну, вже часу зовсім нічого, 8 листопада вже не за горами. Ну, смотрите, я еще раз говорю, я не хотел бы, ну, сейчас у нас не хватит эфира на то, чтобы по шагам это все рассказать. Я могу посоветовать сделать только одно. Есть такой Александр Яцунин, он глава Киевского профсоюза. Они уже этот путь прошли. Есть прецедент искового заявления, коллективного. По одному бегать в суд, поверьте, вы замахаетесь. То есть это год-два, и не факт, что вы чего-то добьетесь. Именно поэтому мы выступаем против индивидуальной формы, выступаем за коллективную, то есть профсоюзную форму защиты трудовых прав. Значит, вам нужно изучить этот опыт на странице в Фейсбуке у Александра Яцуня. Есть эта информация. Можно связаться с директором той школы, посмотреть исковое заявление, аргументацию и все остальное. Можно по, скажем так, по своей профсоюзной линии посоветоваться и получить прямую консультацию. Можно скоординироваться через собственное ЦК. Если нет, то можете просто скоординироваться с другими школами, вузами, там, другими организациями в других городах. И это может стать массовым, поэтому никто вам не мешает изучить этот уже существующий опыт, где есть и юридическая база, и обоснование. Поэтому всех призываю, посмотрите, как это сделали в Киеве. И вы будете понимать, что делать дальше у себя и в своей школе или в своем вузе на основе той юридической аргументации, которая уже представлена в суд. Гаразд, пане Михайло, я дуже дякую вам за цю практичну пораду. Я думаю, що багато хто нею скористається. Давайте будемо рухатися далі. Зокрема, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, він заявив, що поточної зими не діятиме державне регулювання цін на газ. За його словами, це станеться вперше за часів незалежної України. Пане Михайло, що взагалі відбувається у нас із газом? І чи тепло буде в наших оселях? І як ми будемо зимувати? Якщо говорити о газі, я думаю, что нужно начать с того, что в Украине на этот отопительный сезон не хватает, по разным оценкам, но в среднем это около 4 миллиардов кубометров газа. Его физически нет. Соответственно, его нужно купить, а купить мы его можем только по вот этим спотовым ценам, которые представлены на том хабе, который, ну, на котором мы закупаем то, или отмываем этот реверсный газ в Германии. Естественно, этих денег в бюджете не заложено. Второе, что нам нужно понимать, что «Нафтогаз» не принадлежит ни Украине, ни правительству, ни народу. Это является неким хозяйствующим субъектом под управлением отдельно взятой четы, там, Витренко и кто там еще был, Скоболевым, они там выясняют, кто из них был более главным, наблюдательного совета, который не имеет отношения к Украине, ну и отдельно взятого Зеленского, который в ручном режиме через Витренко управляет этим процессом. Собственно говоря, это компания, которая была украдена у нас. Она является хозяйствующим субъектом. Эта компания выставляет цену, которую она считает нужной выставить с учетом тех цен хаба в Германии, на котором отмывается виртуально реверсный газ, поступающий из России. Компания, она может продать и поставить вам, ну или населению, по той цене, по которой скажет Кабмин. К примеру, если цена на газ будет 30 гривен, а Кабмин заставит поставить по 8, то разницу в 22 гривны эта компания потом будет требовать с кабинета министров, то есть из бюджета, то есть из ваших карманов, ну то есть если с правого кармана это то, что вы заплатите 8 гривен, то с левого кармана 22. Это из тех налогов, которые платите вы, или тех податей, которые с вас снимают. Если государство откажется это делать, естественно, эта компания подаст в суд и выиграет его.
и государство Украина, а то есть мы все с вами будем должны этим Ветренком, Коболевым, Наглядовым, Радом и всем остальным, будем должны много денег. Угу. А если у государства их не будет, государство должно будет брать кредиты для того, чтобы им выплатить премии и деньги. Еще раз, 4 миллиарда кубометра не хватает, денег в бюджете на это нет. Компенсация разницы между тем, сколько просит правительство для домохозяйств, и тем, какую цену выставил Нафтогаз, оплачивать будем мы с вами. Вот такая картина на сегодняшний день. Сумна картина, пане Михайло. Так что, запасатися дровами? Чи як? А дрова уже стали космическую цену. Вы пробовали их сейчас купить? Попробуйте купить дрова. Ні, поки не пробував. Уже поздно, надо было раньше. Дрова космические, потому что дрова очень нужны в Европе. А я хочу напомнить, что поскольку Европе очень нужны дрова, они нам предложили 700 миллионов, ну, для Украины, чтобы вы понимали, это чуть меньше, чем 7 копеек для вас. Так вот, за этот кредит, подчеркиваю, кредит, который нужно отдать с процентами, 700 миллионов, эти 7 копеек, да, чуть меньше, они потребовали сдать им весь лес, в том числе дрова. Ну и, естественно, у них они чуть дороже. Поэтому все дрова уехали туда. Можете попробовать их купить. Я думаю, что, наверное, самым дешевым пока для вас, ну, дорогим, но дешевле, будет этой зимой топить, точнее, не топить, а обогреваться электричеством. Но, учитывая, что у нас есть интересы в угольной сфере и в электричестве, явно не нас с вами эти интересы, вот, я думаю, что электричество тоже будет дорогим. Все будет зависеть от того, согласится ли политически Беларусь после всего того, что Зеленский учудил от имени народа Украины по отношению к Беларуси, согласна ли будет Беларусь поддержать нас и дать нам свое электричество. Пане Михайло. Потому что если мы будем закупать ее в Европе, то, поверьте, денег даже с учетом задних карманов у нас не хватит. А цена за один куб 1150 долларов. Взагалі, звідки вона взялася и что это відбувається із газом в Европе? Да ничего, никто на это не обращает внимания. Это просто биржевая спекуляция. С таким же успехом вы могли бы спекулировать на любой бирже, спекулировать, не знаю, стаканами, компьютерами, там, не знаю, наклейками какими-нибудь. Это просто спекуляция. Это спор. Ну, то есть, это, как-то я приводил уже такой пример. Представьте себе, что вы покупаете домой водичку регулярно себе, да, раз в месяц заезжаете там куда-нибудь в оптовый магазин и покупаете упаковку водички, она стоит там, ну, грубо говоря, вам обойдется там, ну, пусть там в 5 гривен, да, бутылочка. Но когда вы раз там в месяц, в полгода, в два месяца, раз в год приедете в аэропорт Борисполь, ту же водичку вы купите уже не за 5 гривен, а за 50 гривен. Да? Ну, один раз в году там, или раз в полгода вы можете себе позволить купить ее за 50 гривен, ничего страшного в этом не случится. Вот, неприятно, но как бы не трагично. Да? При этом основную воду вы все равно покупаете по 5 гривен за штучку, оптом вы покупаете раз в месяц напрямую, да, в больших магазинах. Точно так же все страны толковые, субъектные и суверенные, покупают газик напрямую у того, где этот газ находится, то есть в России, и транспортируют его себе по прямым договорам, по тем каналам, которые им выгодны. И поэтому и их промышленность защищена, и рабочие места защищены, потому что если дорогой газ и промышленность останавливается, то, соответственно, нет работы, и рабочие сидят по домам. Больше нет ни пролетариата, никого. Поэтому там профсоюзы первыми борются за то, чтобы энергоресурсы были доступны для предприятий и были рабочие места. Кроме Украины, которая почему-то газ собственной добычи приравнивает к спекулятивной цене на этом хабе, то есть вот эта вот водичка в Борисполе, да, вам же не продают супермаркет оптом водичку по 50 гривен, как в Борисполе, мотивируя тем, что вот в Борисполе 50 в аэропорту, почему же у нас должна быть по 5? Вот поэтому мы будем вам вот эту оптовую продавать по 50. Так только в Украине. Только в Украине. Все остальные страны плевать хотели на эту цену на бирже, потому что они докупают только разницу между тем, что они заказали и зафрахтовали, и тем, чего им не хватает прямо сейчас. Знаете, не такой уникальности нам бы хотелось бы. Що лише єдині ми в Європі унікальні в цьому. Я вам дуже дякую за цю розмову, за це спілкування. Михайло Чаплига, політичний експерт, був сьогодні разом із нами. Бережіть себе, на все добре і до нових зустрічей. До побачення.